Привет, как дела? Сегодня для вашего настроения я представляю свою ежегодную рубрику «Блюперс», то есть ляпы, которые случались во время записи моих роликов на канале «Англичанка». Итак, поехали! Durham Eye Sculpture Festival. Durham Ice Sculpture Festival, который находится на самом севере, который находится на самом западе Англии в графстве Корнуолл. Когда я закачала свои файлы в свое агентство, а также я увидела украшения на домах, или разрисованные, или какая-то леплина, или конфиденциальность фотографий. Твоему мохнатому другу могут предложить не только водички, но и также что-нибудь перекусить. Но в банке легко меняют. Начинается. Что вот эти иранские изумруды были привезены из Ирла, как говорится, благими намерениями. Как говорится, благими намерениями выстроено что-либо происходящее. Это была первая коронация монарха, транслировавшаяся по телевидению. Там находится озеро под названием Синпертарий. И маленький экранчик, уж не знаю. Добраться до него можно на маршрутном. Так как я снимала этот репортаж для Main People, для моего первого агентства, на которое... Ну и что ты пришла? Которая на корнуэльском языке пение знаменитой певицы, приготовленной с особыми специями, с особым соусом, церемониймейстер. Но я могу понять, почему с растениями, присущими в большей степени средиземноморскому. Бюджетные авиалинии. На каком-то балконе я увидела велосипед, повешенный как-то вертикально в местную оранжерею и городской парк. Тонны ледяных глыб устанавливаются на конкурсных платформах сравнимым с птицей полетом. И мне было интересно посмотреть, как ужесточился. Ты уже гулять хочешь? На данный момент, да что у меня с голосом там, запряженные в кареты кучеры, дизайнеры Кенсингтонского сада дворца, стала искать остановку на переправу. Едим фиш энд чипс, что я была настолько шокирована, что даже не могла, даже сейчас мне сложно об этом говорить, потому что такие heartbreaking события, что я была настолько шокирована, что даже не могла оторвать глаза от телефона, чтобы посмотреть, что там происходит с людьми. А только посмотрели главный такой... Где меня как раз пришло подтверждение, и там, возможно, только есть ключик. И в городе Дуром, о котором я тоже скоро буду рассказывать, наверное, в феврале, потому что это
телефон. Мамин, как всегда, звонит не вовремя. Подождем вашу маму.